В рамках празднования Дня России 12 июня в Казани прошла акция «Парад дружбы народов». В мероприятии приняли участие иностранные студенты Казанского федерального университета. Все подробности в сюжете нашего корреспондента. Укрепить дружбу и единство многонациональной молодежи Татарстана через взаимодействие культур и уважение к традициям народов, проживающих в республике. Основная цель парада. День России проводится традиционный парад дружбы народов. Его организует Молодежная ассамблея народов Татарстана. Мы участвуем уже четвертый. Пятый год, значит, собираются представители молодежных организаций, то есть это проводит Молодежная ассамблея народа Татарстана, собирается национально-культурная автономия, их молодежное крыло, соответственно, как в Казани, так и других городов. Мероприятие проходило на Кремлевской набережной. В параде приняли участие порядка 50 иностранных студентов из стран СНГ, Африки и других. Мероприятие, ну, конечно, это для единой нации, дружбы народа. И мы часто участвуем с ребятами из Афганистана, конечно. Это очень хорошо, чтобы друг друга понимают и знакомятся с друг другом. Мне очень приятно. И мы знаем, 12 июня в России День России. И я желаю вам... И хотел поздравить тоже с праздником. И, ну, самого высокого количества, конечно, успеха, любви. И хотел поздравить все гражданские России с праздником. В рамках программы был организован молодежный этнопарк «Этномаркет», а также уникальный в своем роде фестиваль этномузыки «Таба». В концертной программе были предусмотрены выступления исполнителей и самодеятельных коллективов. Елизавета Никитина, Фарид Захитаглы, Универньюз.